Всем привет из Одессы. Здесь уже открылся пляжный сезон. Прекрасная погода для купания и отдыха на море. Не очень жарко, и в то же время вода теплая. По ощущениям где-то 23-24 градуса. Много людей на море, отдыхающих, приезжих, местных жителей. Последние несколько дней мы отдыхаем вот на этом диком пляже. Нам здесь понравилось, потому что это место находится недалеко от нашего района, там, где мы живем. Добираться на общественном транспорте где-то минут 10. И от остановки трамвая и маршрутки пешком идти где-то тоже минут 10, может даже меньше. Самое главное, что мне понравилось, здесь нету спусков, там 200-300 ступенек вниз и вверх. Подъемов, то есть вы проходите к морю, проход к морю и сразу пляж и море. В этом году в Одессе открывают 20 пляжей, поэтому каждый для себя может найти то место, где ему будет удобно и комфортно отдыхать. Желаю всем хорошего пляжного отдыха. Берегите себя, не перегревайтесь на солнце, не переохлаждайтесь в воде. До новых встреч на нашем канале!